Советник президента России Владимир Васильев посетил 12 июня Торжокский район. Программа визита была очень насыщенной. Высокий гость посетил сельскую школу, одно из важнейших предприятий, а также пообщался с участниками акции «Ямам нет». Первым пунктом рабочей поездки в Торжокский район стала средняя школа поселка Мирный. Этому учебному заведению уже больше 100 лет. Традиционно упор здесь делается на точной науке. Не так давно тут заработали филиал детского технопарка «Кванториум», лаборатория «Точка роста» и даже центр прототипирования, оборудованный всей необходимой техникой. 3D-принтеры на миллион мы закупили все и вот создали этот кабинет. Своими силами инженеры наши умеют. В ходе визита в Торжок Владимир Васильев особенное внимание обратил на реализацию проекта «Ямам нет». Напомним, что Тверская область является активным участником этой федеральной акции. В ходе ее простые граждане, депутаты местных парламентов в частном порядке ликвидируют выбоины на наиболее важных участках дорог. В Торжке это Ленинградское шоссе и улица Дзержинского. Советник президента России отметил работу членов местного мотоклуба, подчеркнув, что к ним может присоединиться каждый. Вот ребята на мотоциклах, это жизненная опасность, яма, правильно? Ты не увидишь породу. Они это лучше нас понимают. И мы можем это сделать. Можем сделать, заметьте, вот самую большую яму, которую я видел, при мне заделали возле этого детского сада, обходилось 10 мешков этого асфальта. Это 4000 рублей. Кроме того, в рамках своего визита на Торжокскую землю Владимир Васильев посетил одно из важнейших предприятий района – УАО «Поштехника». Не так давно здесь разработали уникальный подъемник с выдвижной 70-метровой лестницей. Однако, чтобы запустить его в производство, нужны оборотные средства. Советник президента пообещал помочь с решением этого вопроса.